Пустые баночки. Да, сегодня с вами поговорим о пустышках сентября. Ребят, добро пожаловать на канал Иринка Миски. Рада вас здесь видеть. Добро пожаловать на канал о красоте, уходе за собой и еще немножечко больше. Меня зовут Ирина, если вы зашли ко мне впервые. И сегодня у меня рубрика «Пустые баночки в уходе за собой». Усаживайтесь поудобнее, заваривайте себе чай, берите что-то вкусное, либо просто садитесь, отдыхайте. И надеюсь, данное видео для вас будет реально полезным и интересным. У меня сегодня собралось за месяц не так много пустышек, видео достаточно будет долгим, потому что те, кто смотрит меня давно, вы знаете, то, что Ира любит поболтать, и если Ира села болтать о пустых баночках, то это вот ну минимум полчаса. Но чтобы сильно долго не растягивать и не мусоливать приветствие, давайте уже я буду доставать все рандомно и рассказывать вам свое мнение. Первое, что мне попадается, это шампунь против перхоти от бренда Green Pharma. У меня есть видео, посвященное обзору данной продукции, ссылку, конечно, сделаю сюда. Кликайте, проходите, смотрите, там очень много я обозреваю продуктов от данного бренда. Что могу сказать? Данный шампунь я обязательно повторю своему мужу, потому что данным шампунем против перхоти пользовался мой муж, он идет против перхоти для частого применения, бла-бла-бла-бла, его нужно наносить на волосы, держать 3 минуты, потом смывать, для того, чтобы активно действующие компоненты данного шампуня подействовали. Могу сказать, это очень классный шампунь, еще раз повторяюсь, мы забыли, что такое перхоть у нашего папу, у моего, точнее, супруга. Мы совсем забыли, что такое перхоть, и теперь данный шампунь должен быть у нас всегда. Тут его пол-литра, по-моему, да, 500 миллилитров его должно быть, данного шампуня. Сейчас, девочки, посмотрю. Да, 500 миллилитров, и он что-то у нас нереально долго был. Вот прям вот для моего мужа это самый долгоиграющий шампунь, который когда-либо у него был. У него нереально приятная цитрусовая душка, он очень такой, знаете, даже я пару раз им пользовалась, он пахнет лаймом, да, он пахнет лаймом, это очень-очень приятно, какой-то, знаете, такой аромат мохито лайма, но больше в лайм уходящий. В общем, классный, крутой шампунь, если у вас перхоть, я могу вам порекомендовать данный шампунь, если у вас жирная, сильная выработка идет жира себиума на коже головы и перхоть, присмотритесь к данному шампуню, данным шампунем можно пользоваться регулярно, ежедневно, и у него нейтральный pH баланс 5,5, это прямо, знаете, очень круто. Следующее, что закончилось, это уже закончился шампунь, которым пользовалась я, шампунь с экстрактом плаценты при выраженном выпадении волос для всех типов, с кератином, лекарственными травами, без СЛС и парабенов от бренда Avenal. Также смотрите видео, я о нем все вам там подробненько рассказываю. Могу сказать, его здесь объем 300 мл, он у меня закончился очень быстро. И, в принципе, неплохой шампунь, но чтобы как-то остановить выпадение волос, от него я не увидела. Ну, неплохой шампунь, который летом, в принципе, у меня за несколько недель он у меня быстренько улетел, закончился, он неплохо промывает волосы, не остается пленкой, и все. То есть, как бы, именно лекарственные какие-то действующие вещества в плане остановления выпадения волос от него я не заметила. Сейчас попытаюсь вспомнить его одушку. У него совершенно нейтральная одушка, чуть-чуть сладковатая, она не душит никак, она никаких рвотных рефлексов не вызывает. В принципе, такой, знаете, вот, ну, хорошист. Просто шампунь, который просто очищает, не более того, без вау-эффекта, повторюсь еще. Следующее, что у меня закончилось, это маска для волос с экстрактом красного перца и корицы. Эту маску я покупала в аптеке, ее здесь нужно. Данную маску можно наносить на, по-моему, на максимум на 10 минут. Я все жду вау эффекта вот от таких вот масок, то, что они там активизируют рост волос, возможно, потому что после моего скептизма, то, что красный перец не может поспособствовать росту волос, я просмотрела такое количество обзоров девушек, которые там на красном перце отрастили себе волосы до пят, я не знаю, в Рапунцель превратились, я думаю, блин, а чем нафиг не шутят, может быть, действительно правда, и девчонки, что-то как-то я в лумпа-лумпа никак не превращусь, в Рапунцель тоже я как-то никак не могу преобразиться, просто маска, просто, которая ничего такого сверхъестественного не делает, но у меня еще, по-моему, в ванной комнате лежит такая, так что допользуюсь и, наверное, брошу я
эту идею отращивать подобными средствами себе. Следующее, что мне попадается, палмолив. Они у меня не в презентабельном виде, потому что буквально вот они у меня закончились. Вот буквально они у меня закончились, я их скидала в корзинку и, собственно говоря, вам сейчас вот суфлирую о них. Палмолив, нейтрализующий запах, жидкое мыло с антибактериальным эффектом, написано для кухни с ароматом лайма. Реально пахнет лаймом, вот просто по всей кухне лайм. На лето я заметила то, что когда я им пользовалась летом, он чуть-чуть отбеливает кожу рук, серьезно убирает все неприятные запахи, даже если, к примеру, вы готовили, резали лук, разделывали рыбу, вот эти, знаете, самые противные ароматы. Данное мыло отлично, хорошо убирает, нейтрализует данные ароматы с рук. Но он, блин, еще и хорошо отбеливает кожу рук. И если вы заметите, у меня как бы есть определенная разница руки и тело. Это вот из-за него, из-за этого дружбана у меня теперь такие руки. Могу сказать, что он достаточно агрессивный, и он подсушивает кожу рук. После него обязательно нужно использовать крем для рук, поэтому как бы даже не знаю, советовать или нет, но в принципе да, для кухни я могу посоветовать, только рядышком обязательно держите какой-нибудь хороший питательный крем. Следующее, что у меня закончилось, это мой самый любимый гель для душа от компании Yves Rocher, это ваниль, это старая-старая версия, ребят, могу сказать только одно, больше нет данной версии данного геля для душа, и та ваниль, которую я сейчас вижу в Yves Rocher, она меня совершенно не впечатляет. И когда я допользовала этот гель для душа в последний вечер, я ему так, знаете, мылась и говорила ему прощай. И большое спасибо за то, что столько лет он меня радовал. Спасибо за то, что он был. И это реально мой любимый аромат геля для душа у бренда Yves Rocher был. Сейчас та душка, которая есть у Yves Rocher ванильная, она мне совсем не нравится. А здесь реально такая вкусная ваниль, такая, знаете, располагающая. Я вспоминаю, когда я его сейчас вдыхаю, я вспоминаю, когда я еще у мамы своей в бане мылась, пользовалась данным гелем для душа, и было вообще очень круто, классно, поэтому прощаю, моя любовь. И хочу вам сказать то, что данные гели для душа от бренда Yves Rocher, они реально соотношение цена и качество. Во-первых, они на сегодняшний день являются не такими уж и дорогими, они не пересушивают кожу, многие гинекологи их даже рекомендуют, и я вам могу их порекомендовать, если вы будете мыть им не только тело, но и еще определенные интимные зоны, вы там себе ничего не пересушите, и все будет отлично. В общем, мне нравятся данные гели для душа, у меня закончились, надо теперь заказывать, ждите обзор по ссылочке с Yves Rocher, сегодня вот сейчас сниму видео и пойду себе чего-нибудь там закажу, вы знаете, с печали того, что у меня закончился гель для душа. Итак, следующее, что мне попадается, эники-беники, у меня закончилось гигиенический спрей для рук от бренда Доктор Проф, надеюсь, будет видно, 50 миллилитров, его чуть-чуть еще осталось. Это палочка-выручалочка для таких мамочек, как я. Я дикая брезгливая мамочка, и каждый раз ребенку постоянно вшикаю себе после контакта с какими-то людьми в песочнице, где угодно, мне надо все пропшикать. И вот как бы я вот такая вот мамочка. И если вы абсолютно такая же, рекомендую вам попробовать Доктор Проф. Реально спиртовой состав, реально пахнет спиртом, сушит кожу как-то, так как здесь содержится спирт, но я больше чем уверена, что в большинстве своем летом он меня спасал от кишечных палочек, которые у нас здесь просто в сезон кишат так, что мне даже страшно иногда на улицу выходить. Кстати, стоил что-то в пределах 100 рублей, и он очень долгоиграющий, я им пользовалась прям все лето. Следующее, что у меня закончилось, тут у меня опять какое-то невероятное количество ватных палочки закончились. Что у меня тут еще есть такого расходного материала? Да, у меня закончились ватные палочки. Реально, кстати, закончились ватные палочки. Я самые любимые мои ватные палочки от бренда. Если вы еще не пробовали, обязательно попробуйте. Они реально, девчонки, крутые. И не очень мне понравились вот такие вот ватные диски, которые я покупала в Сан-Вистиле на акции. Они называются Magic 3.
ЕТГ, ерундовина, которая расползается, в общем, ерунда. Ну и классика жанра, аура, да, это вот просто, мне кажется, постоянно. Вот сколько вы смотрите мои видео, я вам постоянно их сую в кадр и говорю, вот эти у меня закончились, я вам их рекомендую. У меня сегодня просто такое настроение, у меня тут вчера буквально пропал голос, и я немножечко восстановила, сейчас напилась горячего чая, опять с вами, наверное, наболтаюсь, и опять с утра хрипну, и вы будете мои сторис опять брутального меня наблюдать. Так, следующее, что у меня закончилось, точнее, осталось на один раз, это фитнес от бренда Флоросан, гель-маска для похудения, ледяное обертывание, моделирует контур, повышает тонус. Что могу вам сказать, девочки? У меня, знаете, в прошлом году я снимала видео у себя здесь на канале. Оно не совсем полноценное, оно мне не нравится, я пересниму о как раз вот похудении, подтягивании кожи, знаете, я прям... Как кореец, столько собак съела, но реально никак не могу сесть перед вами, поделиться нормальным, хорошим видео, качественным, чтобы вы посмотрели, сделали для себя выводы и пошли худеть, стройнеть и хорошеть. Вот, и к чему я сейчас вам говорю. И как-то я у себя в Инстаграм выставляла пост о подобном креме, так меня там грязными тапками, помидорами сплевали, мне кажется, там, и спинали так, то, что я как бы говорю такую ерунду, что крем ничего помочь не может, и вообще только вы занимаетесь спортом. Там... Сниму видео, девчонки, если надо, конечно, дайте знать, чтобы я, блин, уже села и нормально вам отсняла хорошее качественное видео. Моему каналу уже в ноябре ровно 3 года, а у меня нормального качественного видео похудения нет, хотя я, еще раз говорю, столько собак на этой теме съела. Возвращаясь к данному гелю, самый бюджетный, точнее один из самых бюджетных и в принципе работающих гелей для того, чтобы убрать лишние объемы, это бренд Флоросан. Если у вас нет огромного количества денег, у вас нет возможности ходить в салоны на спа-процедуры, которые именно убирают, делают лимфодренаж, если у вас нет возможности ходить на массаж, девчонки, серьезно, не поленитесь, просто вот 200 рублей вам, щетка, вакуумная банка в руки, поделали массаж, сделали обертывание, и вообще и красота, и все на свете. Мне очень он нравится, у меня есть подробный отзыв о данном продукте в моем инстаграм miskik9970, проходите, смотрите там мои видеообзоры, обязательно участвуйте в комментариях, мне очень будет интересно узнать ваше мнение о той продукции, о которой я вам рассказываю. А об этом средстве могу сказать, это мой хорошист, который сейчас у меня закончится, и я себе куплю новенький, абсолютно такой же, для того, чтобы быть всегда в форме, вот. А следующее, что у меня закончилось, это, точнее, не у меня, а у ребенка, шампунь Лакри, шампунь пенка, бережно очищает, 0+, формула без слез, и могу вам сказать, у меня, у Кирилла этим летом, в связи с тем, что было жарко, лето было жаркое и достаточно такое влажное, у него, в принципе, склонность к тому, что была потница, да. Вот, ну вот так вот, это его, наверное, всегда будет потниться, сколько бы лет, наверное, ему не было. Вот этот вот шампунь от бренда Лакри, в нем присутствует салициловая кислота, которая очень хорошо подсушивала именно вот эти вот моменты потницы, и она намного быстрее проходила. Мамочки, если вдруг меня смотрит мамочка, у которой у ребенка прям вот есть потница, которая не дает им покоя, возьмите вот этот шампунь пенка, и будет вам, в принципе, ребенку хорошо, потому что действительно за 2 применения он абсолютно убрал всю потницу. Он даже переплюнул бренд «Наша мама», которым я, в принципе, всегда была довольна на протяжении 5 лет. А вот этот вот именно на лето меня очень спас. Единственное, он имеет такую специфическую одушку, во-вторых, он не бюджетный, и в-третьих, он как бы заканчивается за 2 недели. Это его, безусловно, минус, а в остальном он... Безусловный плюс, он отлично очищает, не пересушивает, несмотря на то, что присутствует салициловая кислота, но при всем при этом он помог бороться именно, еще раз говорю, с потницей, и также вот это вот, вот именно вот этот шампунь, шампунь пенка, он еще помогает при первом годе жизни убирать вот эти вот корочки, которые послеродовые, так что, мамульчики, присмотритесь, у него реально очень мягкий оттенок. Тут у меня закончилось какое-то нереальное количество масок для лица, ну да ладно, начнем с зубной пасты. Зубная паста Блендамед, экстра отбеливания с двойной системой отбеливания мята. Ребят, вот сколько вы меня смотрите, вот столько времени я вам говорю то, что меня устраивает старичок Блендамед.
Я не могу сказать, что он какой-то плохой и чем-то хуже других. Это та паста, которую я с удовольствием беру, та паста, которая мне очень нравится, она хорошо, мягко, деликатная, даже, ну, не деликатно, но хорошо он очищает, и при регулярном использовании действительно, в принципе, все налеты убирает и желтизна уходит, так что... Да-да-да-дам, смело могу вам его порекомендовать. Итак, следующее, что у меня закончилось, это мой любимый дезодорант. И мне стыдно признаться, что у меня на сегодняшний день нет дезодоранта. У меня идут такие кое-что новенькое в моей жизни, и я как бы вам расскажу буквально на днях. Так что ждите в сторис информационный поток, что же происходит в моей жизни. Итак. Нивея дезодорант, антипреспирант, эффект пудры, точнее антипреспирант с каолиновой пудрой 48 часов. Это мой самый любимый антипреспирант, вот просто самый любимейший. Разбудите меня ночью, спросите, какой твой любимый антипреспирант, я скажу, Нивея эффект пудры. Обожаю очень-очень сильно, мне очень нравится, мне так нравится этот аромат. Я, в принципе, не люблю, когда я нахожусь рядом в обществе с людьми, и вот у них, знаете, вот такая вот их парфюм, тут же от них пахнет их дезодорантом, потому что они как бы, ну, люди, которые чистоплотные, да, от них пахнет их дезодорантом, это все вместе в тучу, и я прям такое не люблю. Я люблю, когда вот пахнет вот так вот, я люблю, чтобы все было нежненько, и единственное, что вот этот вот паразит у меня заканчивается за месяц, ну, полтора, и он у меня уходит, жидкий. И это вот все, знаете, по стариночке. Это может быть привет с моей, так скажем, подростковости, с моих танцев, когда я его тогда для себя открыла, пользовалась и вот ностальгирую сейчас именно об Нивеевском дезодоранте. Но это самый реально крутой дезодорант, так что если не пробовали, бегом пробовать, думаю, вы не разочаруетесь. Следующее, что у меня закончилось, у меня закончились дуэт масок от Каолин, одна разогревающая, другая охлаждающая. Об охлаждающей скоро на моем YouTube, на моем, скоро у меня в Instagram будет подробное видео на данную масочку, я вам все расскажу о ней, все расскажу. Сейчас могу сказать, ну такая она охлаждающая масочка, действительно хорошо сужает поры. Разогревающая маска, у меня на нее тоже есть видеообзор в моем Инстаграме, стик9970, жгучий парень, который... обалденно, в принципе, распаривает верхний слой, вот эпидермис, поры раскрывает, и после него делать какое-то скрабирование, дальнейшее очищение, очищающие маски, блин, только на ура. Единственное, он такой, как бы, парень не бюджетный, и полную размерку покупать дороговато, а у меня, как бы, есть еще вот такой вот пробничек, который мне попадался в коробочке красоты, и я им сейчас допользуюсь и буду себе покупать полную размерку. Девчонки, если у вас есть проблема забитых жадных пор, присмотритесь вот к этой вот разогревающей Hot Pore Cleansing от Каолин, очень классная масочка. Еще раз повторюсь, хорошо раскрывает поры, и после нее, именно после этой маски, классно делать другие очищающие маски, для того, чтобы всю гадость вытаскивать. Очень-очень понравилась мне данная масочка. Ну что, еще закончился один крем у меня от бренда Boroderm, гель от угрей. И я, знаете, для меня это открытие просто 2018 года, я его внесу в открытие 2018 года. Это мой самый сейчас любимый гель от угрей, который реально помогает мне, человеку, который страдает именно проблемой подкожников, он помогает их вытаскивать, он помогает делать так, чтобы именно подкожник вызревал, вылазил, не было, чтобы вот этой шишечки, чтобы он хорошо вылез, чтобы вот эта вся как-обяка из поры ушла, это вот помогает мне. Вот этот вот гель от угрей от бренда Boroderm. Нереально бюджетный, нереально действенный. И просто, ну, я его очень-очень сильно люблю. Но, блин, его объем 25 мл. Мне хватает кое-как его просто на месяц использования. А если я себе что-то в рацион добавляю с витамином Е, все, у меня начинаются подкожники вылазить, у меня опять начинается вот эта вот бугристость. А сейчас у меня как раз есть небольшая проблема, потому что я протестировала пиар-рассылку. С витамином Е, там как раз присутствует витамин Е, и поэтому мне сейчас нужно приобрести себе этот гель. Девочки, у кого есть подкожники, присмотритесь, не бойтесь цены, серьезно работает вот так вот, действенная штука, блин, вот 10 из 10. У меня, знаете, тут сколько масок закончилось, девчонки, вот это вот все тканевые маски.
Это просто какое-то нереальное количество масок. Итак, следующее, что у меня закончилось, это маски от бренда Орхия. Могу вам сказать, это маски с моим любимым муцином улитки. Здесь присутствует, кстати, от противного, тут присутствует витамин Е. Но его, видимо, здесь такое незначительное количество, что после использования, даже если я делаю курс данных масок, у меня, в принципе, может вылезти только один подкожник. Это прям круто. Эта маска отлично помогает для проблемной кожи, именно успокоить кожу. У меня также есть на данную масочку в моем инстаграм более подробный видеоотзыв. Я там ее просто по полочкам раскладываю для вас. Могу вам сказать только одно. Вот эта маска от бренда Орхия для моей проблемной чувствительной кожи с муцином улитки должна быть всегда. И у меня всегда хотя бы одна парочка должна быть в запасах. Просто это реально круто работающая маска. Она отлично успокаивает, выравнивает тон кожи и помогает быстрее зажить именно воспаление, вот осветлить чуть-чуть постакне. В общем, нереально крутая маска, советую с удовольствием. Тоже также смогу посоветовать вам от бренда Elizaveco. Тканевая маска называется AquaDep. У меня она идет, по-моему, с гиалуроновой кислотой, увлажняющая. Девочки, отличная увлажняющая маска, которая стоит 80 рублей, которая отлично увлажняет, не пересушивает кожу, даже если вы после этой маски не нанесете крем. В течение, сутки-двое у вас кожа будет увлажненной. То есть вот я человек, который страдает обезвоженностью кожи за счет того, что у меня вот есть воспаление, я постоянно использую какие-то маски противовоспалительные, а они в принципе посушивают кожу, ее вытаскивает из нее всю влагу. Так вот, такие масочки — это просто спасение. Мне очень понравилась данная маска, у нее великолепное полотно, которое полностью ложится по вашей коже. Оно не толстое, оно тоненькое, но оно полностью прилегает по лицу. Оно мне так очень нравится, и у нее в принципе приятная душка. Так что надо будет мне себе обновить набор масочек тканевых и заказать себе тоже вот эту масочку от Elizaveco. Мне эта масочка приходила в пиар-рассылке, могу сказать то, что я осталась дико довольна вот этой бюджетной своей находкой и с удовольствием делюсь ею с вами. Классная маска, хорошо увлажняет, подойдет для чувствительной, проблемной, сухой, жирной кожи. Комбинированная, нормальная, просто универсальная маска, можно делать утром, вечером, также на 10-15 минут, не надо смывать, и вообще очень здорово. Следующая маска, которую я хочу вам показать, это маска с коллагеном. И вот я смотрю сейчас на вот эту хрюшку, это от Esfolio. У меня тоже, кстати, у меня абсолютно на все маски, которые я вам сегодня покажу, у меня есть более подробный видеоотзыв в моем инстаграм. Так что если вас, в принципе, что-то здесь не устроит, то, что я вам сказала или не досказала, приходите ко мне в инстаграм, пролистывайте ленту, и вы все полностью будете информационно удовлетворены. Ну так вот, коллагеновая маска от бренда Esfolio, она у нас должна поддерживать ее упругость, эластичность. Маска с коллагеном активизирует восстановительные процессы клеток, эффективно питает и увлажняет кожу. Лифтинг эффект. Ну, насчет лифтинг-эффекта я вам еще ничего сказать не могу. Вот как мне там стукнет за 40, и там либо за 50, и когда мне нужно будет лифтинг-эффект, я вам сразу сообщу. Питание, да, питание присутствует, присутствует увлажнение, не вызвало подкожников, не было аллергической реакции. Еще я вам могу сказать то, что эту маску я делала, по-моему, вечером. Утром встала, мне хватило, в принципе, увлажнения от нее. Но уже ближе к обеду я понимала, я, по-моему, в течение дня, так как я сейчас еще нахожусь дома, я не работаю, я умывалась, и я поняла то, что оно улетучивается. То есть вот эта вот экспресс-маска, которую можно сделать перед выходом куда-то, вы ее нанесли и вот пошли куда-то, и у вас кожа отлично себя чувствует. Но, возможно, ее нужно проделать курсами, чтобы был именно эффект увлажнения и питания более пролонгированный. Как-то так могу сказать. Но что-то прям без энтузиазма я о ней. Что не могу сказать о маске от бренда Стебланк. Девочки, эта маска идет с экстрактом дамаска розы. Могу вам сказать одно. Вы знаете то, что у меня... Точнее, также в моем инстаграме я вам показывала то, что на болгарскую розу у меня была дикая аллергия. И когда мне в коробочке красоты попались вот эти вот маски, я такая думаю, ту-ду-ду-ду, я попала. И не попробовать не могу, и попробовать страшно. Как говорится, и хочется, и колется, и мамка не велит. Ну так вот,
К моему большому удивлению, данная маска отлично увлажняет кожу. Да, у нее отвратительный для меня, я не люблю просто аромат розы. Я люблю розы, когда мне дарят, особенно, знаете, бело-розовые. Но я терпеть не могу аромат розы, и вот особенно дамасской розы, у меня прямо ты 20 минут лежишь и думаешь... Вот сейчас еще чуть-чуть, вот сейчас еще чуть-чуть. Ну так вот, вот это, в принципе, маска, она хорошо увлажнила кожу, и она выравнивает тон лица. То есть, если вы с утра, я ее делала, кстати, с утра, если вы с утра делаете эту маску, и вы какая-то думаете, у вас там какой-то неровный цвет лица, либо еще что-то, вам нужно освежиться, в помощь. Серьезно, она, конечно, не дешевенькая, она стоит около 300 рублей, но она хорошо увлажняет кожу, мне очень понравилось. Следующая маска, которая моя просто моя фаворитница, моя любовь, и я хочу их купить очень-очень много, но они стоят дорого. Это я вам сейчас говорю о маске Dr. Jart. У меня также на нее есть подробный обзор, девочки. Это просто, знаете, это моя любовь, ее нужно... Я ее делаю, когда у меня совсем уже просто с ума сойти пустыня Сахара на лице. Я делаю вот эту вот маску. Она называется Hydra Solution, Vital Hydra Solution от Dr. Jart. И она настолько увлажняет кожу, мне этого увлажнения хватает на дня 4, если не 5. Вот реально хорошо увлажненная, напитанная кожа. Это просто... Ну тут написано, это капсулы красоты увлажняют. Инъекции гиалуроновой кислоты. Наверное, да, тут прям буквально маска, которая возвращает вашу кожу в жизнь, сбрасывает несколько лет, и вы прям знаете цветочек, яблочко наливное румяное. Очень классная маска. Девочки, если не пробовали, попробуйте, разоритесь на одну маску, и вы потом мне еще под этим видео скажете Ир спасибо, и в моем инстаграм скажете Ир спасибо. Закончились мои любимые коллагеновые недорогие бюджетные маски от бренда Пуредерм, тоже на них есть уже обзор в моем инстаграм. Могу сказать одно: они не уберут у вас морщины. Вы не увидите то, что вам, допустим, 40 лет, и вы такая, хоп, 25-летний после того, как сняли эти патчи, превратились в 25-летнюю девушку. Я хочу вам сказать, если у вас, в принципе, сухая зона под глазами, если вам нужно освежиться с утра, убрать припухлости, возьмите вот эти вот 150-рублевые маски от Пуредерм, которые реально хорошо увлажнят вашу кожу. Они, в принципе, ну, так как кожа будет увлажненная, какие-то морщинки чуть-чуть разгладятся, уйдет припухлость, и кожа станет более упругой. Я не знаю, девочки, это мои просто самые любимые. У меня сейчас в холодильнике еще одна пачка таких лежит. Смело рекомендую, просто их 10 из 10. Следующее, что хочу вам показать, это маска от Sephora. Маска, которая идет у нас, по-моему, с маслом ши, да, с маслом ши укрепление. Она используется на волосы, на ночь, под шапочку, и как бы волосы должны с утра быть просто нереально красивые, просто помыть волосы шампунем, сделать укладку, и вы красавица. Что могу сказать? После первого применения, единоразового применения данной маски, но не увидела я вау-эффекта, я не увидела то, что волосы стали дико напитанные, увлажненные, какие-то просто шикарные-пришикарные. После этой маски мне захотелось, когда я помыла волосы, нанести еще одну маску, и вот тогда было здорово, вот как бы тогда мне понравилось. А так могу сказать, для меня это какое-то баловство. Да, приятная ореховая душка, которая в середине ночи меня разбудила, потому что это было просто невероятно вдыхать постоянно этот сладкий ореховый аромат, поэтому как бы, ну не могу я вам советовать, потому что вот эта вот маска стоит как полноценная маска из масс-маркета за 300 рублей. Вот это стоит 300 рублей, по-моему. И маску можно купить целую бадью из масс-маркета в любом супермаркете за 300 рублей и пользоваться ей месяц. Так что не тратьте деньги, какая-то ерунда оказалась. Следующее, что у меня закончилось, это уже полюбившийся мне, любимый просто Bioderma гель для умывания. Он у нас идет очищающий, пенящийся гель для смешанной и жирной кожи. Девочки, вот как он у меня закончился, все познается в сравнении. Как он у меня закончился, я поняла, что он мне нужен.
он мне нужен еще раз. Он настолько мягко и деликатно очищает кожу. Мой муж забыл, что такое фолликулит. Он забыл, что такое вросшие волосы, когда бреешься. А у него есть склонность к тому, что у него появляются вросшие волоски. Вот эта штука прям реально работает. Для возрастной кожи, для взрослой, для молодой, для мужчин, для женщин универсальный гель, который я могу посоветовать. И советую вам, девочки, если есть возможность, обратите свое внимание на данный гель Себиум. Он идет, у него срок годности, кстати, после вскрытия всего 6 месяцев, но он реально работает, но он паразит неэкономичный. Его, он прям льется рекой, упаковка особенно вот такая, как бы, и вот, но он классный. Вот классный, прям вот прикласс. Следующее, что у меня закончилось, это Estee Lauder крем. Он идет у нас Advantage, Night Repel, Yes, какой-то там крем. Он мне попадался в наборчике. Я могу вам сказать, девочки, он такой питательный. Он такой питательный, он прям очень-очень питательный. У меня были моменты, когда я им пользовалась, когда он у меня был, я им пользовалась на ночь всегда, так как это ночной крем. Утром мне ничего не надо было делать с глазами. Вот если вам 20, 25 плюс 30, 35 лет, вы можете вообще себе один крем купить, только вечером пользоваться, и утром ничего не надо, серьезно. Но если вам уже за 35, и у вас очень сухая эта зона, то, конечно, надо утро и вечер делать. Но я могу вам сказать, девочки, это просто взрыв вот так вот был. Я думаю, как так? Блин, я утром встаю, и мне ничего не хочется наносить под эту зону. Никаких подкожничков, никаких мелкой угревой сыпи белых, ничего не было. Вот ничего. Классный, хороший крем, но он дорогой. Хотя, знаете, наверное, он стоит своих денег, потому что вот эти вот, тут сколько у меня, по-моему, 3 мл, а 5 мл очень долго были, потому что он очень жирненький, его нужно совсем немножко, распределяешь, наносишь, реально крутой, крутой крем, смело рекомендую. Для тех, кто поедет в Таиланд, не забудьте вот Иринке купить вот такие штуки. Это у нас называется Писин Паудер, средство антибактериальное. Купите мне упаковку сразу большую и сразу высылайте мне. А если поедете, то обратите свое внимание, помимо того, что мне, привезти себе еще парочку штук, захватите или больше, потому что реально крутая вещь, которая работает. Сейчас я буду оформлять себе заказ с Таиланда, там просто очень дорогая доставка, мне нужно много чего, так что я сейчас подкапливаю денежки. И скоро будет у меня, я думаю, посылочка с Таиланда. И я могу вам сказать, девочки, это реально крутая вещь, которая хорошо убирает воспаление. За 2 применения использование воспаления стихает, уходит, просто засыхает. Я вам покажу скоро в своем инстаграм средстве, которое можно купить здесь, подобие этому. В моем инстаграм будет такая ерунда. Вот вы должны видеть его в глаза, и для того, чтобы просто не потратить деньги, не купить. А если увидите вот эту штуку, берите. Очень крутая вещь, просто очень. Итак, просто моя любовь, которая у меня закончилась нежданно-негаданно, это сыворотка от бренда Тиана. Это идет набор нейроактивных сывороток. Здесь комплекс сывороток. Также в моем инстаграм есть более подробный отзыв на данную продукцию, на данные сыворотки. Проходите, смотрите. Я вас туда буду зеркалить, отправлять, потому что я немножко поменяла концепцию ведения канала и своего инстаграм. Я вам там регулярно просто, знаете, как человек в телефоне, который будет говорить вам, что такое хорошо, что такое плохо, лично из своего субъективного мнения, не более того. Вот если вы поедете в Ривгош, обратитесь к корнеру Тиана и возьмите себе вот такие сыворотки. Девчонки, вот такая вещь, круто работает, комплекс сывороток. Просто после использования данных сывороток, когда они у меня закончились, я так вот, знаете, села и такая думаю, вау, как так у меня кончились. Но реально круто работают, увлажняют, помогают убирать воспаление, просто работают по потребностям. Данный набор сывороток работает по потребностям кожи. И на тот момент, когда я начала пользоваться данными сыворотками, я подскажу вам больше, я вообще все свои сыворотки убрала, все свои серумы, сыворотки, я их так и убрала в ящичек, и вот это вот у меня на пьедестале была. И если у меня сейчас будет возможность попробовать еще какие-то сыворотки от бренда Тиана, с удовольствием буду пробовать, и я вам смело рекомендую использовать. Вот эти сыворотки, это просто, знаете, салонные процедуры у вас дома. Реально, девочки, классная вещь, за недорого, смело рекомендую. Ну что, и последнее, что у меня на сегодняшний день, крайний продукт, это хвойный концентрат. В моем инстаграм уже тоже должен выйти обзор на данный хвойный концентрат. Девочки, знаете, это единственное на моем вообще вот
насколько я помню, соль, которая стоит настолько дешево, настолько бюджетно и настолько классная. Вот это вот из тех людей, кто, если вы любите хвою, если вы любите лес, если вы реально отдыхаете в лесу, если вы реально любите баню, если вы любите, вот относитесь к такому типу людей. Несмотря на то, что я сладкоежка, я очень люблю аромат леса, я люблю хвою, меня это расслабляет, и мне даже как-то, знаете, настроение поднимается. Вот осенние вечера, когда я промерзаю с Кириллом на улице, я прихожу домой, 50 грамм данной соли, насыпаю в ванну, кайфую, поднимается настроение, расслабляется, я иду с хорошим настроением, ложусь спать. Тут полкилограмма, и ее хватает на 10 процедур. С учетом того, что данная соль стоит что-то 35 рублей, ребят. Я вот такую соль вообще не встречала. Обычно мы покупаем полкилограмма соли, там производитель пишет на одно применение, и соль стоит где-то около 150 рублей. Но это в обычности. Вот эту соль мне закинул в корзину мой муж и сказал: ты должна это попробовать. Почему нет? Я говорю: ну хотя бы буду ваночки для ног делать. Но когда я распечатала, когда мы пришли домой, я ее распечатала, и я сказала: я пошла в ванну, потому что реально крутая соль. Девочки, если вы любите ванны принимать, я рекомендую, помимо того, что просто релакс именно хвои, хвоя еще хорошо повышает иммунитет, а осенью это очень актуально. Себя, деток сели, вместе приняли ванну, конечно, только соблюдайте, пожалуйста, меры предосторожности. И вот как бы, да, вот так вот, мне очень понравилось, мне рекомендую. Ну что, все, это все пустые баночки сентября. Надеюсь, данное видео для вас было интересным, полезным, не скучным. Я сегодня с вами вот такая вот вся сумбурная, с новым цветом помады на губах. Тоже, кстати, скоро о ней расскажу, это тоже из пиар-рассылки. Как вам цвет, напишите в комментариях. Мне кажется, он немножечко бледный для меня и такой как бы непонятный. Ну ничего страшного, нужно выходить из рамок стандартности, как-то быть более спокойной к новшествам, правильно? Правильно, так что вот так вот будете меня видеть теперь периодически с непонятным макияжем видео. Всех люблю, целую, берегите себя и своих близких, не забывайте оставлять в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось, что вы пробовали, какое у вас сложилось мнение, чем вы занимаетесь, и вообще давайте общаться, знакомиться в комментариях, не забывайте ставить лайки, и мне это, конечно, будет очень приятно. А если вы зашли ко мне впервые, ну, подпишись. Вот, ну, подпишись, я думаю, что дальше тебе со мной тоже будет интересно. А если вы подписаны, но вам не приходит уведомление, кликайте на колокольчик, и вы будете в курсе событий того, что происходит на моем канале. Я побежала заниматься своими делами, готовиться к завтрашнему дню. Всех люблю, целую, с вами была ваша Ирина. Всем пока-пока!